Глубокая ночь. Ты лежишь в кровати, пытаешься уснуть. Телевизор включен. Ты сделал звук потише, чтобы не разбудить родителей. Свет от экрана то и дело освещает комнату. От него форма предметов в комнате кажется гротескной, заставляя твое воображение рисовать страшные картины. По глупости ты уже выключил в комнате свет, а выключатель находится на другой стороне комнаты. Тебе страшно. В твоей голове рождаются образы демонов и привидений. Твое сердце стучит, как молот по наковальне. Ох, и зачем ты читал все эти крипипасты? Ты материшь себя за то, что был таким идиотом, а затем отворачиваешься и пытаешься заснуть. Потом происходит это почти сразу, как только ты закрываешь глаза. Глухой удар доносится, как будто из соседней комнаты. Ты открываешь глаза и садишься в кровати, встревоженный. Наверное, это твой брат свалился с постели или еще что-то. Ты снова отворачиваешься и закрываешь глаза. Снова глухой удар. На этот раз ближе. Это мой брат, или мой кот, или родители. Еще один удар, прямо рядом с твоей дверью. Ты снова садишься в кровати и с вызовом смотришь на дверь. Телевизор все еще работает, дверь не открывается. Тогда к тебе в голову приходит отличная мысль. Ты берешь пульт и делаешь звук громче. Тебе становится намного легче после того, как ты слышишь человеческую речь. Снова отворачиваешься, закрываешь глаза. И только тогда ты понимаешь, как глупо ты поступил. И лишь тогда до тебя доходит. Если ты включил громкость, то как же ты услышишь последний удар?